поворот на Огникова, и буквально сразу у поворота сейчас ведутся земляные работы. Как нам удалось выяснить, здесь будут делать заезд, такой вот некий карман, как раз по границе ограждения. Заезд будет. Вдоль дороги будут проложены трубы для того, чтобы вода не размывала дорогу. А вот для чего этот заезд строится, что здесь будет, нам пока неизвестно.